Всем привет! Сегодня у меня в продаже фараон. Фараон Египет на постаменте. Есть вот амулетики, птички, синички. Вот такой большой орел. Сделана статуэтка с какого-то металла. Быстрее всего цветного. Вес больше килограмма. Взвешу, покажу чуть позже. Тут бутылочки, пельмешки, ручки, кастрюльки нарисованы. И тут вот такое вот солнышко загребущее. Все египетские символы. Есть тут они большой дефект. Даже я бы сказал бы большой. Во-первых, вот у меня тут поцарапан лоб. Тут вот царапинки. И вот здесь за ухом дырка. Такая вот небольшая. Кто-то пытался залепить ее или заделать, или так она была. Вот такой вот фараончик на постаменте сегодня у нас в продаже. Высоту, ширину, вес, все это я укажу в описании лота. Заходите на мой профиль. Будет еще много интересных экземпляров. Тяжеленький, до боли.